Отлично прилетели. Очень сложный полет. На самом деле, это перемена высот. Но вообще очень классно, что вот сделали такой рейс. Побольше бы таких рейсов, особенно из центра города Алматы, сразу на Иссык-Куле. Если бы посадочную полосу бы сделали поближе к морю, было бы больше туристов. Полчаса, полчаса, и мы на Иссык-Куле. Отлично, спасибо большое. С радостью бы ездили бы каждые выходные. Впервые приземлился в этом аэропорту самолет такого класса, как Як-42. И это начало, я думаю. Туристический сезон только начался. И то, что туристы будут через воздух, будет через на воздушном судно будет приезжать в наш Иссык-Кул, я думаю, что это даст толчок развитию туризма на Иссык-Куле. До середины июля рейсы продлены. И, конечно, хотелось бы желать Иссык-Кульскому региону дальнейшего развития, чтобы сюда прилетали рейсы с Россией.